Президент Республики Казахстан определил своим указом дату проведения выборов Мажилис парламента и местные маслихаты. Я думаю, что это очень важное политическое мероприятие в нашем обществе. Президент поставил перед обществом большие задачи, 5 институциональных реформ, 100 конкретных шагов. Самое главное, в итоге этого нужно развить экономику Казахстана, чтобы народ Казахстана, его жизнь стала лучше. Казахстан дальше как государство укреплялся и развивался. А для этого главное – это индустриально-инновационное развитие на научной основе, создавать наукоемкое производство, как это отмечал не раз наш президент. Для выполнения этих задач нужны новые люди, новая волна специалистов. И это как раз будет решаться путем проведения выборов досрочных и в мажилис парламента, и в местные маслихаты. Я думаю, что придет туда новая волна креативных специалистов, которым вполне по плечу выполнять самые высокие задачи.